Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире «Минск чрезвычайный», а у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Почти 1900 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 19 человек, 56, в том числе 6 детей, были спасены работниками МЧС. Минск чрезвычайный. Необычную спасательную операцию провели на минувшей неделе столичные спасатели. На пульт дежурного от неравнодушных минчан поступило сообщение о том, что помощь нужна утятам. Они провалились в люк дождевой канализации и не могли самостоятельно выбраться. Спасатели достали 7 утят из ливневки и выпустили их к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов. В выходные спасатели выезжали по сообщению о пожаре в 9-этажке на улице Матусевича. Из горящей квартиры огнеборцы спасли 2 братьев. Они были в алкогольном опьянении. Одного с ожогами отравлением продуктами горения госпитализировали, второй не пострадал. Причиной пожара стала незатушенная сигарета. МЧС напоминает о недопущении курения в жилье, особенно в нетрезвом состоянии. Минск чрезвычайный. Вчера, предположительно, в результате короткого замыкания загорелось имущество в кухне однокомнатной квартиры на улице Фроликова. А сегодня утром по неустановленной пока причине горел гараж на территории частного домовладения по переулку Алтайскому. В обоих случаях оперативно прибывшие спасатели ликвидировали загорание, и никто не пострадал. 20 июля в 11 часов на проспекте Независимости состоится парад, посвященный Дню пожарной службы Республики Беларусь. В парке Горького вас ждут выставка пожарно-аварийно-спасательной техники, развлекательные конкурсы и викторины для взрослых и детей, и, конечно же, праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Обязательно приходите, будет весело и интересно. На этом все, до встречи в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.